много лет не могли подобраться к Стёрнвуду. Когда его возьмешь, в этот раз не дай ему вырваться. Как ни крути, он вошел в легенды. Вечным для Джейкоба Стёрнвуда может стать только тюремный срок. В больницу доставили человека с огнестрельным ранением в живот. Он сын Джейкоба Стёрнвуда. Чтобы попытаться сбежать с сыном, он наведается в больницу. Стёрнвуд! Давай отмотаем назад. Макс вот-вот сложит головоломку. Может, Джейкоб Стёрнвуд ни при чем. Может, проще сразу устроить фейерверк? У него на руке была надпись «Капкан 119». Ложись!